как я думала, будет выглядеть моя семейная жизнь. Когда выходила замуж, я думала, так, это так охуенно, мы будем каждый день смотреть фильмы, жрать чипсы, пиццу и не знать бед. Да-да-да. Первый год после свадьбы, который можно просто забыть и вычеркнуть из своей жизни. Мы грызлись, как собаки, за последнюю кость. Такое ощущение, как будто мы друг друга ненавидели и жили непонятно ради чего. Мы просто гнобили, как можно было по максимуму друг другу. А подумать, где бы была та романтика, которая была до свадьбы? Что меняет штамп в паспорте? Не знаю, что меняет, но это был пиздец вообще просто. Недопонимание полнейшее. Два разных человека. Характер мужа плюс характер мой — это, блядь, атомная война просто. Я не знаю, как мы в итоге вообще сейчас вместе любим друг друга. У нас есть ребенок, когда мы, блядь, просто были готовы убить друг друга. Как, блядь, это работает вообще?